Сегодня будем делать вот то. Картошки. И стрессы. Курочка. Так, мы будем сейчас подготовим курочку нашу, замаринуем. Добавим в нее травку, лимончик, перчик, соль и... Яков. Че, поехали? Да! Взяем мы место, помоем водичку. Давай. Вкусно пахнет? Да. Сколько мы срезаем, чтобы было вкусненько и не жирненько. А что, это коза? Да, лишнее мы срезаем, то, что нам не нужно. Мы любим мясо же. А вилка не любит кожуру. Кто любит? Кожуру. Кожуру любят великаны? Ну, смотри, это кусок, где-то великан был. Я не боялась его. Порежу тебе лимончик, а ты будешь все вместе собирать все ингредиенты в одно блюдо и лимончик. И вкуснятина будет! Вообще будет супер. А лимоны супер главный. Сейчас мы нарежем лимончик тоненько. Да. Любишь готовить, да? Да. Любишь шашлычки кушать? Да. Все, хватит соки. Давай перчить. Так вот держишь и по чуть-чуть так вот. А занеси. Добавляем. Так, что будет дальше? Лимончик. Лимончик? Обещаешь, что будет вкусно? Да. Здорово. И теперь самый важный этап в нашем блюде. Мы все это должны что сделать? Перемешать. Погнали. Двумя ручками. Молодец. Отлично вот это получается. Здорово. Давай еще раз. Давай вот так сделаем. Это. Молодец, молодец. Как классно получается, Гоша. Супер повар. Типа канал Гоша подписывайтесь. А мы будем вместе с Б. Не забудьте ставить лайк и не забудьте стоять.